Вот это. Кёркер 5600. Понял. Это пеногенератор. Какой модели это пеногенератор? LS3 пеногенератор. О, блядь. Плюется. Не, на, пошире сделать ее. Да я, блин. Нихуя. Нормально. Да все, хватит. Номер Вова попробуй обмыть. Ну-ка. Ну это нет. Пьяный, блядь. Мне вот это не нравится, видишь, что тут параша, это сетчок. Да, херня, чё. Высохли. Так, вот так подключено на... Ну, обычно шланг. Шланг. И вот бак самотеком стекает. Вот такой шампунчик. В магазине Керхер продается. Актив Foam Pink. Подбирается он по жесткости воды. Вот, расходуется очень мало. Вот такой бутылки вам хватит на все лето. Так что можете открывать свой. Свою автомойку, блять. Вот. Ну и расход воды. Вот этот бак 75 литров. Хватает вообще с лихвой на машину.